Машину. Слышишь, говорили сегодня про все спокойно, круто, да? Такая наша работа. Да. Помогаем Владимиру, что, ребята, помогаем Владимиру. Эвакуация уже блюда пошла. Молодец, давай, давай, кула. Чуть-чуть. Я твою сторожу, Санечка, потому что... Лене. Окей. Где нам с тобой слышать? О. Грузин Зебу и Бизона, которого вы вчера вывели с Динамо, в эту машину, эта машина уезжает, я вторую понимаю, машину мы грузим вами. Дальше посмотрим, что дальше. Пробуем, да, без наркоза. Давай вторую подать. Очень круто. Сейчас, секунду. Не, сейчас. Погнали. Все, погнали. Молодцы, молодцы. Животные в машине. Без наркоза. Без наркоза, слава богу, они спокойно зашли. Никаких наркотизирующих средств не вводили. Так что все, слава богу. И тут очень много неразорванного всего. Вон кассета торчит. Да, кассет, кстати, очень много, очень много. Спасибо ЗСУ, они подчищают. Очень сильно подчищают, как бы нам упрощают работу. Потому что когда-то мы тут ловили оленя северного, у него лежала мина, он через нее прыгал. Было очень так моторошно, так сказать. Вот, тоже, уже близко уже, под... видно, завезут с собой. Сейчас, возможно, надо будет покинуть территорию. Только, пожалуйста. Теленок, родители уже умерли давно, уже даже разложились трупы, он все возле них ходил, ну, как бы прятался за них, искал, как бы, родительскую... Все хорошо. Ну, наша эвакуация уже доходит к концу. Сегодня нам дали возможность, не было обстрелов массированных таких, дали возможность закончить эвакуацию животных с фельдмарка парка. Пусть сегодня день. Как считают. Я знаю, что еще 70 дней нету. Около 70 дней вот это все ребята, эта команда ежедневно, каждый день. Нам повезло, мы пока не погибли. Да. Да, под снег. Обстрелы попадали неоднократно. За время нашей эвакуации мы потеряли 5 наших сотрудников, которые, можно сказать, героически погибли за то, чтобы наши животные оставались накормлены и ухожены. И мы потеряли 5 человек, которые навсегда останутся в нашей памяти, в наших сердцах. Эти люди герои. С Божьей помощью, когда мы вернемся в экопарк, думаю, что мы должны увековечить этих людей. Аккуратно, страус! Пацаны, уезжаем. Что?
Давай, 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 посмотри машину, машину, машину. Машину. Машину, 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 машину. Да, держай, держай, держай. Хорошо, да, легло, да, блин? Не, не, нормально, все цело, да. Но легло близко. Слышишь, говорили сегодня про все спокойно, круто, да? Такая наша работа. Да. Еще чуть-чуть. Да, давайте назад не было. Леха, стой там, стой, стой. Не, давайте, знаете что, вот этого большого и закрывайте. Жизнь продолжается. Малышня рождается. Парк живет. Обидно, конечно. Но ничего, будет еще лучше. Да, да, да. Ну так, я отстрелю чуть-чуть.